Педагогический корпус Сочи – это 5500 учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования. Сегодня их поздравляли представители городской власти и сами дети. Школьников и дошкольников в городе 52 тысячи. Сегодня они говорили самые теплые слова благодарности своим учителям и желали им удачи. С 2011 года сочинский педагогический коллектив – это стабильное сообщество людей, которые всю свою энергию направляют на развитие города. Первый показатель – это уходят со школы или нет. Вот сегодня со школы не уходят, поэтому это хороший фактор. Но при этом глава города Анатолий Николаевич Пахомов всегда настраивает наш директорский корпус на поиск новых учителей, особенно учителей-предметников, которые очень важны для системы образования каждого образовательного учреждения. Это и физики, это химики. Сегодня 8 человек были отмечены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации». Один сочинский педагог стал заслуженным работником Кубани, а 32 получили почетные грамоты Министерства образования и науки России.